Когда-то я прогуливаюсь по Копчаку, делая репортаж, видеорепортаж, сокрушался по поводу того, что у нас вот, я Татарстан имел в виду, свою родину, Оренбургскую область, район, райцентр, село родное, имел в виду, что у нас так не сильно, к сожалению, распространена традиция сажать цветы у дома. Вот, видно все-таки, какое-то, может быть, крошечное влияние оказало и в Соль-Илецке я в прошлом году на улицах снимал эти цветы. Без конца ходил и не мог наглядеться. И вот в Татарстане у нас в городах стали. Я нисколько не преувеличиваю свою роль. Просто, возможно, совпадение, но какое-то крошечное хотя бы, может быть, обстоятельство какое-то все-таки сработало. Так вот, хотел поздороваться прежде всего за Ман Хайр Лолсен, Дирле Гагаус. Тукан, у них тоже тукан, у нас туган, мне сказал замечательный наш гагаузский педагог, учитель, историк, он еще филолог своего рода, да, этнограф Илья Яковлевич Орлеогла. Дай бог ему здоровья, как говорится, долгих лет жизни, его супруги и всей родне. Я не случайно там карту показал. Я перед этим карту показал Молдовы. На стене висит у меня. В аэропорту, когда в Кишинев прилетел, прихватил. Для туристов, кажется, она рассчитана на гостей страны. И когда я вот фотографировал эту карту, я уже был заряжен идеей посвятить свой выпуск замечательной земле гагаузского народа, не менее замечательного народа. Я даже вот в предыдущих своих роликах обещал, что постараюсь я к дню села и храма выпустить несколько сюжетов или один хотя бы, посвященный этому празднику. Вот. И сегодня Михаил Серкели, я еще посмотрел несколько видео. Там один год назад выпущено, к сожалению, всего 11 тысяч просмотров. И сколько там? Пару сотен, может быть, максимум этих комментариев. Люди пишут. Ну, тон нормальный там. Нет взаимных каких-то этих обвинений, как обычно начинают вот в комментариях. У нас в России как-то принято начинают чуть ли не до личности доходят там в социальных сетях и плюс вот под видео. Но здесь вот доброжелательный тон комментариев. Свой комментарий старый увидел, дополнил. Михаил, уважаемый, много привел версий. Я раньше готов был их как-то рассматривать, а вот сейчас я более пристально стал рассматривать версию о том, что вот все-таки компонент какой-то был турецкий по той причине, что вот у нас вот, положим, православный татары, кряшин, мы говорим Худай, они тоже и Аллах тоже говорят у нас, допустим, православные татары. Кто бы из них как ни утверждал о том, что вот, мол, дескать, они сами когда-то давно приняли, но удивительным образом просто они... Удивительным образом у них, например, Аллах, Аллах, Худай, дескать, Бог – это Аллах. И много слов еще осталось. Сейчас я не буду останавливаться. И в гагаузском языке та же самая история. Я когда приехал, там они Аллах говорят. Вот. Потом. Что еще там? Фамилии.
когда Калиоглу, он там, может быть, фамилии там, допустим, общались, а в общем, доброжелательный тон разговоров он всегда настраивает на продуктивный какой-то лад. И спасибо гагаузским товарищам, как раньше говорили, за то, что они доброжелательно все принимают. Это меня сподвигло вот на выпуск этого видео. Он там разные версии выдвигал, он там даже Калигула там фильм видел и думал, может быть, вот Калигула. У нас вот есть у людей наших некоторых привычка, там традиция, положим, или обычай такой, или что такое, свойство. Вот буквально, если созвучно, все. А я сколько раз замечал, я, например, вот в турецком, например, долгое время думал, что яничар, это от слов ян, шар, значит, ян это душа, шар это значит, вот настолько суровые они такие, что ян, шар, оказывается, яничар, новые джигиты или что там, как-то парни, новые воины или как там, яничар, значит, яни, новые, значит. А мне казалось, вот, янычар, вот, потом, и вот я тогда объяснил нашему дорогому Калиоглу, я говорю, у нас вот, например, казахи живут, у нас если Гали, у них Кали, вот Кали Ага был, звали его Кали Ага, и Хадиша Апа, казашка, она здравствует по сей день, дай Бог Аллах и здоровья, 92 года был, в прошлом году я приезжал. Я ее Хадиша пах. Не Хадиша. Хадиша это у нас, значит, арабское произношение. Плюс татары Хадиша у нас. А более как легче произносится в казахском Хадиша. И, допустим, так, Гали. Гали, допустим, в арабском, а не Кали. У них просто особенности произношения совсем другие. С учетом этого им давали имена. Значит, вот. Так они говорят, хали, хали, хали. Я думаю, что и гагаузский язык не избежал этого, потому что особенный язык и арабский язык, он не каждому подходит. У нас, допустим, в татарском хотя бы вот... Даже имя у меня, допустим, значит, на арабском, и он этот... Сохранили его, но когда я первый раз... арабскому мальчику в Одессе в 88-м году, что ли, в 89-м я был, кажется, или в 88-м, да, в Одессе, в морской порт, что ли, там, и да, и я с мальчиком Надиром из какой-то арабской страны представился ему, он поправил меня, мое имя поправил, дескать, не так вот, по-арабски все равно они как-то по-другому звучат, естественно, у некоторых наших народов, мусульманских даже, имена потом по-другому звучат. И я этим объясняю, что, допустим, Калиоглу, это Калиоглу, Гали. Гали с арабского переводится великий, высокий, великий, имена. Если не ошибаюсь, из 99 имен Аллаха, то вот одно из имен как раз Гали, великий, значит, есть такой. Вот, и что хочу сказать. Хаджиоглу. Хаджиоглу. У нас, допустим, когда человек совершил хадж, съездил он, тогда сходил большей частью, и хаджи звали хаджи, а это сын хаджи. Вот. И я как-то задумался, если православный народ, откуда это имя Гейдар-Оглу, Гайдар-Жи, Гайдар, это значит с арабского, кажется, лев. Откуда вот арабское слово «лев»? Ну ладно, пусть каким-то образом можно объяснить проникновение там. Но даже имя разве вот у нас... Возьмите азербайджанцев, Гейдар Алиев, замечательный руководитель государства. Гейдар Алиев. Вот Гейдар, значит, лев. И Аркадий Гайдар, как бы не писали в советское время, вот, ему, он выезжал, а ему кричали «Хайда, Хайда», мол...
значит, Хайда, мол, откуда, куда ты, дескать. На самом-то деле Гайдар, он услышал это, лев, значит, я думаю, Гайдар, и вот перенял и взял в качестве псевдонима литературного. Много, к сожалению, сейчас вот если перечислять, я вот давно уже не был, можно сказать, 3 года не был на гагаузской земле, и поэтому мне сложно сейчас так навскидку вспоминать эти имена. И там версий много, Михаил, к чести его, Серкили, привел, очень много версий привел. Вот, и я вот с удовольствием послушал, и там действительно масса. И что удивительно, он сам ни на одной из этих версий не стоит. Я тоже, может быть, должен не стоять на какой-то версии, но я просто как в пользу какой-то версии, и не в пользу своей точки зрения железной, а в пользу какой-то версии, что я обнаружил, с этим хотел поделиться. Потому что другие я версии изучал. Там Михаил Серкили озвучил, значит, вот, дескать, предателем называют. Да я был в Одесской области и слышал, вот, но мне, например, это не нравится. Почему? Потому что у нас, мы знаем прекрасно, как часть-то там татар, допустим, как у нас говорят, добровольно-принудительно приняли православие, часть вынуждали. И если мы не знаем историю, какими способами их, допустим, как они в свое время принуждали или создавали все условия для того, чтобы они вынуждены были веру там менять и прочее, то язык не поворачивается. Потому что я знаю, что вот у нашего народа сохранилось очень много, как сказать, верований, неверований, а своего рода от предков остались как-то истории. Когда я был в одном селе в гостях, и как его, Заинский район, что ли, пустошит называли, пустошит, пост ашит, оказывается, и рассказывали, что деды им передавали, значит, от своих отцов, дедов слышали, что когда заставили их поменять веру татар на территории Казанской губернии, а те, которые не принимали многих, просто как моих предков по матери при Елизавете, просто переселили в Оренбургскую губернию, все, очень много. А тут, значит, возможно, они, и кто менял веру, у реки можно было заселиться, а это выручала река, засушливый какой-то год был, если вот как голод в Поволжье был, допустим, 21-22, 32-й, там, 33-й, что ли, годы жуткие, голод, то это выручало вот рыбной ловли и прочее. И кто веру не менял, то за 100 километров, что ли, им не позволялось селиться, поэтому православные деревни сплошные вдоль рек Волга и Кама и возле рек. А в основном села татарские, если в Татарстане или в Башкортостане, то у родника какого-нибудь. И там какой-нибудь там пруд небольшой. Вот, в основном. Таким образом все обстояло. И Петр Первый сильно поспособствовал, когда ему сказали, негоже, дескать, государь, что у нас вот нехристи, мол, владеют христианскими душами, а еще до взятия Казани около 500 мурс. Пишут татарские, но это могли и ногай быть, но я не знаю, насколько, во всяком случае, татарские музы, там, мурзы, князья, значит, служили царскому двору. А потом еще больше. И вот это вот, с одной стороны, сирота казанская, там сирот могло и не быть, потому что в каком смысле, в таком количестве, есть много версий в пользу того, что истребляли просто выше колена всех, выше колеса или колена, истребляли жестоко. И сказать, что вот сиротами остались, по сути, не было видно, а чтобы стереть в памяти народа.
А вот то, что много потом князей пошли опять-таки служить. Ну, надо же свой народ в повиновении держать. Чужие господа-то с этим трудно справляются. И вот именно свои мурзы, князья, им легче это дается. Естественно, они при дворе, многие также продолжали некоторые служить при государе российском. И вот Петр Первый, когда услышал, дескать, негоже это, государь, что у нас, значит, христианскими душами владеют, они обычно говорили, они, значит, вот именно имели в виду вот этих крестьян. И тогда указ бы вышел, если они не принимают православие, то теряют свои имения, крепостных душ и прочее. Многие пошли на это. Даже вот у одного народа, общеизвестного в мире, я знаю, там у них, насколько мне известно, нет запрета на смену веры. И этим пользовались они. А вот дело в том, что в империях, если человек принимал веру государственную, то ему какие-то послабления были. Например, в той же самой Османской империи, положим, там веру меняли и по службе могли. Как таковых я не читал, чтобы были притеснения какие-то жестокие. А вот если человек менял веру, то ему это как-то способствовало в продвижении по службе, там везде больше доверия было. Даже если, положим, наши вот булгары, потом, значит, татары, как называется, Казанского ханства, они в Центральную Азию там и в арабские страны следовали караванами, и там с них меньше брали налог, им было больше доверия при заключении каких-то там договоров, что ли, обмен там, торговли. Поэтому очень много татарских купцов, им, кстати, царское правительство дало право торговать, очень много из них сопровождали караваны из России, с Руси или с России, как угодно. Сопровождали они, чтобы использовать их в благих целях. Так вот, пожалуйста, каждое государство было заинтересовано. Вот про Болгарию там Михаил Серкили, хорошо, что не обошел вниманием этот момент. Там действительно очень сильно было давление, мягко говоря, давление. И те же самые турки испытали на себе все это прелести. Вот. Потом в советское время гагаузы тоже могли, потому что они говорили они на том же языке. И там, мне кажется, версия нежизнеспособна была и невыгодна совершенно, если бы говорили, что они вот с турками какие-то там связи имеют. Но чисто лексически, если лексически посмотреть, так изучить, то очень много того, что свидетельствовало пользу очень тесных связей. У нас вот, например, когда, если вот кто-то захочет спорить, я думаю, надо всегда апеллировать к чему-то, а не просто вот там, у нас говорят, хотелки. Взять нас, православных татар. Не такое уж большое количество лет, так скажем. Несколько веков как-то прошло с тех пор, как они, значит, вот перешли в эту веру православную. Но столько у них там слов арабских, допустим, тот же слово «Аллах» там, вот, и, что удивительно, еще костюмы, еще отдельно хотел сказать, костюмы у них сильно отличаются от костюмов мусульманских, вот, успели они. Этот народ, он живет, когда уже обособленно, естественно, у него там уже какие-то традиции, вот, взять тоже обычаи, традиции наши там, как там, при Елизавете,
Это середина 18 века. Переселены, допустим, в Оренбургскую губернию. И возьмите татар оренбургских. У них речь чем-то отличается, обычаи. Очень много татарских блюд исчезло, настоящих там. Потому что, проживая среди другого народа, не вынуждены, а просто перенимали эти. Вот у нас бешбармак по всей Оренбургской области. Балиш, например, чисто татарских селах, например. А у нас, вот я помню, я уже как-то останавливался вкратце на том, что когда у нас два раза в год был байрам, этот гаид, то мама там балиш делала, напевая что-то, что редко за ней обычно наблюдалось, напевая песню. Она вот там есть такой шарик какой-то из теста и закрывающий там вход в самое это блюдо, балиш там в сковороде, в печке. И когда там готовится, то печется, и влага испаряется, и надо добавлять туда. Она туда бульон добавляла, вот в этот шарик. И все. И только где-то никах, где-то чак-чак появлялся, и все. А чтобы татарские блюда, которые вот у Ахмедзянова книги, там очень много его блюд, когда-то он даже, Хрущев приезжал в Татарстан в 1964 году, и Ахмедзянов этот, ныне покойный, кучу там ему на дорогу сделал, и его блюда понравились Хрущеву. Десятки наименований. Даже цветное издание было. В библиотеке у нас раньше был фонд. То есть фонд есть татарский, как и казахский. Когда-то после войны сразу открывали татарские классы, и там учились дети. И фонд этот продолжал пополняться потом, хотя эти классы закрыли. И вот я говорил, что библиотека русская, она очень сокрушалась. Как жаль, что не знаю, мол, дескать, татарского. А то столько блюд, говорит, столько блюд здесь вообще, говорит. Там очень много вкладышей были цветных там. И красиво все изображено на фотографии какое-то блюдо. А их не помню, чтобы вот у нас готовили. Из Татарстана, когда они приехали, да, но они, я думаю, сейчас то же самое. Я не думаю, что они отказались от бешбармака, от изготовления. И чисто по-татарски все делали, блюда. И даже думаю, что православные татары, кряшин, я не думаю, что они вот свои блюда только готовят. Я думаю, что проживая среди казахов и мусульман-татар, они уже переняли многое. И вряд ли там что-то у них свое есть. Чисто крашенское, как говорится, блюдо. Вот. Тема эта интересная. И еще больше интереса и перспективы ей добавляет будет, если люди в выдержанном тоне будут рассуждать. А то у нас иногда бывает, что-то кому-то нравится, вот такая точка зрения. И он даже не имеет, как полководец, не имея войска, вступает в битву. И иные, вот, к сожалению, там вместо аргументов приводят не факты, а fuck you там, короче, звучит нередко, к сожалению, вот у них там. Сейчас как бы у нас... Факты, факты. Иду там, молодая мама, сын одного на руках. Прижал к груди, а второй идет, у него рука забинтована. Ну, я думаю, что это еще подрастут, много сюрпризов маму ждут от этих, как говорят, неугомонных-то, от непосед всяких. Вот. Ну, в заключение вот хотел сказать, к великому сожалению, иногда вместо такого обсуждения, дискуссии какой-то, к сожалению, люди иногда влекомые совсем иными мотивами. Некоторые просто неудовлетворенные жизнью, некоторые обуреваемые инстинктами первобытными, как сказать, грубость там, неуважение к оппонентам там, все что угодно. В результате они начинают там или провоцировать, или что-то такое. Но это нередко наблюдается
в этих видео, выпусках, где там политики касается. Мы вот политика канала нашего — это стремление избегать политики, потому что нас она не интересует, и поэтому лучше уж, конечно, обсуждать историю и здесь придерживаться каких-то правил приличий. Вот. И это прекрасно обычно характеризует любого участника дискуссии. Ну, спасибо за внимание. Всего доброго вам.